Всем здорово, друзья! С вами, как всегда, Кофе, Алекс Фокс, Иксалы, Хаппер, и сегодня мы играем в Party Pony! Всем здорово! Тря! Всем привет, народ! Так, в общем, первый режим у нас, это получается, нам нужно срубать вот эти кустики, и кто больше срубит, тот и выигрывает! Не, так, нам нужно гемы найти. Пачка? А, гемы? А, во-во-во, вижу, гема, вижу, гема, вижу, вижу. Гема, мы ищем гемы. Так, пока выигрывает Илья! О, нифига, нормально. Очень много гемов, у меня 350. Давай, я выиграю, давай! Давай! Ну! Нет! Да! Блин! Ё-моё, вы посмотрите, кто на первом месте. Хайпер, ребятки, у нас выиграл. Вы помните, ребятки, мы играли в нее очень давно, и она вам безумно нравилась. Вот, и теперь у нас что по очкам? Так, 600-500. Мексиканец! Так, иди сюда, слышь! Понятно. Я просто стоял на месте, меня так и никто не тронул. Нормально. Ребята, пошел, давай. Куда ты пошел? Вернись обратно. Так, ну по очкам у нас пока что выигрывает Хаппер. Напоминаю, ребят, то, что смотрите, нам получается нужно набрать, по-моему, 8000 очков, и тот, кто набирает. И тот, кто первый набирает 8000 очков, тот у нас и побеждает. То есть, вот такая вот у нас сегодня игрушка. Ну, вы помните, ребята, мы играли, поэтому я думаю, нет смысла объяснять еще раз кучу раз, что. Так, тут стрелки нужны. Стрелки нужно, пацаны. Так, быстрее. Очень тяжело. Самое главное, не сбиваться. Не сбиваться. Так. Блин, тут очень легко сбиться. Так, давай. Ну. Я должен выиграть. Это Mortal Kombat. Я должен выиграть. Да. Давай. Блин, я чуть не сбился. Ё-моё. Так. Быстрее. 8 секунд. Смотри, 8 секунд осталось. Эй, ну что ты не нажимаешь? Нет, я сбился. Да! Я выиграл. Что с Хайпером? Подожди. Хайпер. Что такое? Смотрите, сколько мне сейчас добавить. За просто посмотрите. Хайпер, а почему так? У Хайпера 50 очков. Хайпер, почему так? А зачем меня? Так, ладно, давайте я сразу запускаю следующий уровень. Почему? Я на пробел нажимаю. Алло, давай, ну! Удерживать надо. Зажать надо. Так я зажимаю. Вот, зажал, долго держу, пробел. Почему не нажимаются? Ну! Зажимаю. А, всем надо зажать, пацаны. Ё-моё, не один я должен зажимать. Все, так, интересно, что у нас будет сейчас. Какой уровень? Пацаны, как думаете, какой уровень сейчас будет? Стрелять. Так, подожди. Так, здесь надо стрелять. На пробел стрелять. А, да? А как направлять? Направлять стрелочками. Я понял. Блин, мы в первый раз зашли в игру, ребята, за полгода и... Ой, на красном, наверное, не стрелять. Не знаю. Так, давай. Это что там красным горит, кто? Алло! Это кто? Илья, что с тобой происходит? В смысле? У тебя персонаж красным цветом горел. Почему? Нифига у Ильи очков! Чё? Задрот, видно, у кого надрочена рука. Давай. 10 секунд. Нет! Давай! Быстрее! Офигеть! Вы чё, офигели? Подождите, вы чё, ошалели, пацаны? Тысяча очков, серьезно? Да. Так, нет, на первом месте все равно, кто тут Чё? Я лидирую! Так, Илья, между нами разница 25. Так, все на пробел нажимаем, все на пробел. Не-не-не-не-не-не-не, Илья, ты рано радуешься. Сейчас мы поиграем, Давай, бейся. Так, я понял. Оп, отлично. Ясно. Так, а что тут делать? Тут надо типа... А что делать? Тут типа... Оба! Тут типа кто... Надо конфеты подбирать, как я понимаю. Да, Илья! Или стоп. Да, тут надо конфеты подбирать. Подбираем конфеты. Да, блин, меня граната взорвала, ё-моё. Подбираем. Чё-то это вообще не мой режим, так? А знаешь, почему, наверное, долго подбирать? Давай, Алекса, за австралийский сервер. Оба! Опа! Всех просто положил! Меня два раза положили, вы чё, блин? Не-не-не-не-не, уходи, да ё-моё, гранаты тут! О, покушайте. Так, какого фига у Хайпера столько очков? Да в смысле? Хайпер, почему я тебя ударил? Не-не-не-не-не, надо конфеты, срочно! Да!
Чего? Почему? Подожди, Илья побеждает уже второй раз подряд. Какого фига? Я не понимаю, как это работает, система. Не знаю, главное не победа. Очень странно. А, ну да, да, да. В принципе, правильно, Саня, думаешь, да. Ну, как бы нам уже набрать 8 тысяч очков. Так, на пробел все нажимаете, да. Нам нужно набрать 8 тысяч очков. Так-то еще нам нужно посражаться, понимаете? Битва-то еще будет жестко впереди. Поэтому, как бы, это... Опять? Опять? Я угадал. Так, что сделать надо? О, понял, тут. Я понял. Тут типа кто дольше продержится. Нет, 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 нет. Ты можешь сыграть? Да! Нет. Так, отдай корону! Корона моя! Моё! Корону отдай! Слышь, Илья, Так, то не дайте Илье выиграть, не дайте. Не дайте Илье выиграть! Где я? Где я? Где я? Иди сюда! Хайпер! Хайпер! Слышь, Хайпер, иди сюда! Ты чё офигел? Да, хайпер, пацаны, чё, пацаны, блядь, вы чё, Хайпер, Хайпер, так нечестно, Хайпер, иди сюда, офигеть, да чё меня топит, у тебя уже больше тысячи, алло, всем отбой, да вы чё, офигели, не-не-не, да вы достали, да как так, вообще не понимаю, просто чё, понял, хорошо. Новичкам реально везет, как бы, это так, да. Согласен. Согласен. В итоге. Ё-моё! Так, ну, блин, я на третьем месте, ё-моё. Так, пробел. Пробиваем. Не забываем. Погнали! Так, интересно, что надеюсь, сейчас не будет никакого файта. Сейчас. Олег, смотри на надпись. Качикерс. Так, а как курочку брать? Как курочку брать? Да ты утырок! Как курочку брать? Я не понимаю. Я тоже не помню. Я не помню, как курочку брать, ё-моё! Я взял ее! Как ты это сделал? Я пошутил. О! У меня руки вытянуты, смотрите! Да лепил! Да в смысле, да хорош! Чё делаю? А как брать руку? Так как, чё? Пацаны, чё делать? Вот, спасибо. В смысле, как? Я Саня! Я не понимаю, как курицу-то брать, как алло? Вы курицу берете, алло? У меня на джойстике! Не, ну так нечестно, алло! На что брать курицу? Ну так вообще нечестно, ребят! Я не понимаю, Саня молчит, ты чё молчишь? Саня! Шеф, ладно, шеф, так уже. Спасибо, вот самое главное вовремя. Спасибо вообще, Саня. Не, ну, Саня, это вообще неправильно. Это нечестно. Саня, вот это реально нечестно. В смысле нечестно? Да какой поступок? Стой, когда ты запускаешь игру, там написано все управление. Ну а ты мог сказать, мы тебя 10 тысяч раз попросили. Ты запускал ее 4 раза, я не мог заметить. Я тащер, ура. Капец, вообще. Там по нулям мы забрали с Олегом просто. Ну, классно, так, поиграли, нечестно. Классно, классно поиграли. Нажми, Таня, хейтер. Черный, нажми. Илья, на пробел. Ой, я извиняюсь. Нет. Нет прощения тебе больше, все. Будет у нас за режим. Так, 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 так. Посмотри вниз. Гоу. Так, в смысле гоу? Воу, это че? Так, подождите. Надо подарки бросать, подарки бросать. В смысле, а как их подбирать? Shift так же. А, Shift? Опять. Так, надо в дверь, как я понимаю, да? Ловите. Да. Как вообще попадать? Оп. Я не знаю. Чё за... Типа, я понял, правая кнопка... Ой, левая кнопка мыши направо, левая налево. Алло. Или наоборот. Я не понимаю, как это работает, система. Я тоже Короче, я просто подарки кидаю, и все. То же самое. Так. Да, тут в минус уходит, Олег. Ай, блин, точно! Ё-моё! Ое! Так ты что, тут нужно больше ровности. Оп! Давай! Ну тут вообще не. Так опять у Хайпера столько очков! Хайпер, ты офигел! Хайпер, ну ты, конечно, вообще. Боже мой, ну было. Очкодрочер, понятно, кто у нас тут, а. Хорошо, что не лайкодрочер. Вы смотрите, что у нас по очкам вообще происходит? Это не то, не вообще. Разрыв дичаешь. Ну ладно, как бы, у нас 8 тысяч очков. Как бы это. Да все на пробел. Не орите, пожалуйста. Хорошо. Дыри-дыри. Стой. Так, живи. Ооо! Так, вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Да, это весело. Так. Давайте только не драться, пацаны. Да, вот здесь вообще драться нельзя. Чего? Понятно. В смысле? В смысле? Хайпер. Мы остались вдвоем. Я просто стою. В смысле, у меня Олег умер. Чё происходит? Пот! У меня Олег умер. В смысле, я не мог умереть? У меня Хайпер остался и проходит. Так. Так. Пипец, она ускоряется! Она ускоряется! Чё? Да! Нет.
Чё за фигня? Оп! Прижал. А чё? Почему я не умер в конце? Чё? Но мне далось 1000 с чем-то там очков, как бы. Читер. Чего? Подожди, что это было? Я не знаю, чё это было, пацаны. Но я выиграл. Мне нравится это. И, о, я по очкам теперь не последний. Ура! Сука. И я догнал Илью, кстати. Илья, готов, как готов, тебе готов, такое? Готов. Илья. Мне это не очень нравится. Не очень нравится, да? Так, ну суть какая играть, потому что нам нужно дойти еще 8 до 8 тысяч очков. Ну, хайпер чуть-чуть осталось. Так, это что у нас? Это что за режим? А, тут типа... Тут надо типа мыться? Надо мыться. Да слышь, ты... Чё вы деретесь? Ну всё. Да вы достали драться, реально, ну пацаны, ну хватит, хоры, может быть, а? Здесь задача в этом, понимаешь? Да, блин, дайте помочь спокойно. Как я туда? Надо стоять. Да ты ударил! Сука! Так. Опа! Да, блин! Да задолбал! Отлично. Да, меня ж выбросил. А чё, всё, вот не нравится, да, когда вас это, бью, да? Чё ты бьёшь? Я никого не бил, вот в чём прикол. Олег, да ни тебе, ни мне. Давай. Да блин, снова хайпер выигрывает. Почему? Как? Объясните, хайпер, ты чё у тебя там, я не знаю, там супер тачерский режим включил или чё? Ну реально ты чё-то вообще начал играть так нормально. Я до этого фигово играл. Ну спасибо. Вот смотри, спасибо. Так, все на рейди нажимаем. Хайпер 2000 осталось. Вообще. Ему просто 2000. Я вообще не понимаю. Грубо говоря, 3 игры. Реально? Да. Даже 2, наверное. Тест, так, это что? Войт, избегать. Ооо, я чувствую. Чё? Я упал сразу, чего? О, я знаю. Твоя голова прилетит. Я выиграл. Я лупил. Ты упал первый, как ты выиграл? Я не знаю. А там тоже считается, как головой убивает. Там, да, ты когда умираешь, ты можешь головой свою управлять и скидывать других. Я, по-моему, двоих скинул, как бы, и... Так, на пробел. Ну, слушайте, потная игра у нас, ребят, сегодня на самом деле. Каждый хочет выиграть, никто не сдается, как бы, и... Джамп. Прыгай. Так. О, я помню. Так. Прыгай. Давай. Так. Ну же. Так. Все запотели что-то как-то вообще. Все молчат. Сконцентрировались. Воу, нифига, я подпрыгнул. Это важная игра как-то. Get up to way. И снова хайпер выиграл. Не, я сори, Саня. Попрыгунчики сраные. Саня, смотри, у хайпера почти одинаковое количество очков. Так, подожди, и кто у нас здесь? Так, ну да, у Сани просто у одного даже 4000 как бы нет, поэтому да, тут как бы можно. Есть 4. Так, хайперу остался косарь, почти, пацаны, нельзя. Сливаем все, объединяемся, играем. Играем против хайпера. Играем против хайпера. Олег, играй сам. До свидания. Так, а что, хайпер на рейде, нажми, хайпер на рейде. До свидания. Я даже что-то не заметил, что вы убежали. Значит. Далеко. И что сейчас? Сейчас слава, звук. Так, что-то славы, да. Стой. Нет! А, да. Господи, этот уровень. Пацаны. Как же он меня бесит. Это жесть, а. Жестко. Классный режим, мне на самом деле нравится. Но в садике мы в таком играем. Нет, самое главное, да, только там вместо в садике, знаешь, не было лавы, и вместо шипов была просто это. Русалочка. Офигеть! Она очень быстро! Очень быстро! Нет! Как же мне... Сука! Блин! Сука! Саня еще прыгает? Ну, Саня тут выиграл, как бы, да. Но тут честно все правильно. Самое главное, что хайпер проиграл, как бы. Хотя, подожди, смотри. Ё-моё. 300 очков. Так, хайпера сразу сливаем, пацаны. Сразу сливаем хайпера. Вот прям моментально, как только раунд начинается, сразу убиваем его. Бля, чё я... Вот. Вроде дружеская игра, Ну да. Сань, ну мы все равно, понимаешь, хайпер там реально что-то так... Но это не моё. Так, это не моё, пацаны. На! На! В смысле, как ударил меня?
На! Даже я даже не встал! На, да, блин! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там перчатки, да перчатки, пацаны! Да what the fuck! Не-не-не-не-не-не-не! Уху! Да как? А, да ё-моё, у меня 800 очков уже, чё? Да в смысле, как чё? Меня ударяют? Меня невидимка. Опа, ударяет. Косарь есть, отлично! Я даже ничего не успеваю делать, так сразу умираю. Я только... Хайпер, мы вдвоем друг друга ударили, тупой. Нормально. Не, ну и тут уже, Хайпер выиграл, пацаны. Да, тут уже все, тут уже можно даже не играть. Уже можно, тем более у меня уже 1000 очков есть. Так, Илья, вот так тебе, вот так тебе, вот так тебе, вот так тебе, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Опа! Я за Рим. Я выиграл. Нет, ну что, проиграл. Пацаны, не, ну как бы вообще в игре, как бы, да, понятное дело, проиграл, выиграл у нас Хайпер. Он у нас набрал, ребята, сколько? Короче, ребята, вот так вот сегодня заканчивается наша серия по этой замечательной и веселой игрушке. Надеюсь, пойдем. Она вам понравилась, и поставили лайки, подписались на все наши каналы. Ну а с вами были, как всегда, Кофи, Хайпер, Иксайл и Алекс Фокс. И всем пока-пока. Пока-пока, ребята. Всем пока. Я бой, он бой.